Здравствуйте, меня зовут Наталья, я работаю в зоомагазине Dog City. Сегодня мы с вами поговорим о защите лап наших питомцев в зимний период. Как известно, в осенне-зимний период тротуары, дорожки и пешеходные зоны в городе посыпают различными реагентами, что не очень благоприятно сказывается на подушечках собак, гуляющих по этим дорожкам. Для защиты лап предусмотрены несколько вариантов защиты. Первое, о чем хочу сказать, это воск для лап. Воск для лап, который образует достаточно плотную пленку на подушечках лап, которая не дает контактировать реагентам непосредственно с кожей подушечек. Тут есть несколько нюансов при нанесении. Во всяком случае, как подсказывает мне мой личный опыт, к чему я пришла опытным путем, его не стоит наносить непосредственно дома, в квартире, потому что он оставляет жирные следы. Как делали мы, вышли из подъезда, на крылечке воск взяли с собой, на крылечке нанесли, макнули лапку в воск и пошли гулять. По приходу домой помыли лапу обязательно шампунем, специализированным для лап. Это может быть любой шампунь для лап. После того, как вы погуляли, смыли воск, будет не лишним нанести крем для смягчения, увлажнения и здоровья лап, подушечек. Такой вот крем есть в нашем ассортименте, который тоже благоприятно воздействует на лапы вашей собаки. Если случился гололед, собака скользит, то есть такое средство в виде спрея, производитель Showtech, защита от скольжения. Наносите на подушечку, тоже лучше делать на улице, и ваша собака будет более устойчива на скользкой поверхности. Также его рекомендуют при выходе в ринг. Если не очень качественные дорожки, собака скользит где-то, можно его использовать с этой целью. Если вы не рассматриваете никакие средства защиты косметические для лап, вы можете использовать носочки. В нашем ассортименте есть прорезиненные. И ботиночки различные. То есть различную обувку приходите выбирать собак, ее нужно мерить.